Это фоткали. Едем в больницу. Страшно. Атя остался с мамой. Мы убегали оттуда. Вот, потому что бедный у него истерика, что я его оставила, а с ней ухожу. Плакались? Пробки нет в воскресенье. Плакались? Не плакались? А, да, точнее не перезвонил, я сама перезвонила водителю. Вот, но его не устраивает то, что это каждый день, к сожалению. Но я его тоже понимаю по возрасту, что человек... Но хочется ему хочется именно 2 дня выходных, воскресенье и субботу. Он готов только с понедельника по пятницу. Ами забеременела? Хочу. Ами, хочешь забеременеть? Ами, как ты относишься к тому, чтобы родить? А? Моя кнопочка маленькая. Да она сама дитё ещё. Ну, посмотрите на неё. Лан, я тоже перед вами очень сразу извиняюсь. Вы со своими животными можете делать все, что хотите. И решать, удобно им, неудобно. Вот. А со своими я сама разберусь. Если я считаю нужным надеть на нее костюм, значит, так оно лучше. У нас холодно, очень холодно, ветер ледяной. У нас, да, серьги. Скажем, мы с девочки. Нет, вот едем на УЗИ только. Добрый день. Марафон вечером начинается, не утром. Спать хочу ужасно. Я в одну клинику хожу много лет. Космопро. Я не влюблена. Смею вас разочаровать или расстроить. Мы в больницу едем. Ой, вы знаете, у меня в планах много есть куда поехать, но, к сожалению, в связи с сложившейся ситуацией, все эти планы пододвинулись пока на неопределенный срок. Спасибо Моздоку. О каком друге речь? Пасихат не любит мои губы, да, они ей не нравятся. Она очень хочет их убрать и сделать маленькие, аккуратненькие. Вот, но я прошу. Ну вот, видите, абсолютно, вот вообще никаких обид, вы правы написали, что его не спрашивают о мнении. Все, что мне интересно, когда я нуждаюсь в советах, я либо выкладываю пост, где я прошу подсказать мне, либо я захожу в эфир с тем же самым, прошу у вас совета. Вот, ну, если как бы
настолько вы не сдаетесь, и чтобы вы успокоились, я вам объясню такую истину. У Ами сейчас линька. Помимо того, что она вся перелиняла, она лысенькая, да, на улице очень холодно. Атя не одет, одета Ами, это первое. Второе, у нее нарушение гормонального фона. Вот. Ну и третье, самое главное и основное, еще раз повторюсь, что я со своими собаками вправе делать все, что я считаю нужным, и в чужом постороннем мнении я не нуждаюсь. Добрый день. На данный момент, опять же, из-за сложившейся ситуации, пока нет, официанты нам не нужны. А почему перестала приходить уведомления? По той простой причине, что я нахожусь в теневом бане. Все, что я хотела в себе изменить, я уже изменила. Волосы я не наращивала никогда. Привет. А вот только едем в больницу, еще ничего не сказали. Нет, не согласился работать водитель. Атя не кастрирован, Ами не стерилизована. Вам пришло уведомление, Лен? Не знаю, вот видите, у нас очень похолодало вот со вчера. Вчера никакой объем я не делала. Помыла голову, высушила вниз головой. Привет, Пятигорск. Но если не вы себя смотивируете, то кто еще? Я могу ставить людям лайки. Нет, я не курю. Не знаю, нету вообще в планах куда-либо уехать. В ближайшее время нету. Только Махачкала, апрель ближайшая. Он не согласился, нет, не из-за денег. Он не согласился, потому что ему нужны выходные, суббота, воскресенье. Ничего нигде не сдулось, так свет падает, но больше всего мне интересно, какая вам разница до моих губ, вы мужчина. Главная цель в жизни – стать самодостаточной и независимой. Честно могу сказать, что директ вообще не открывала со вчера. Обязательно сегодня займусь вечером. Мне 32 года, нет никаких народных средств, я не принимаю. Нет, я не плакала. Кого называть мужчиной? Я хочу водить. Вы мне хотите машину подарить? Атюшка на работе с мамой остался. Со мной только маленький клопик. А, к губам придрался. Не поняла просто. Я много чего колю в лицо. Если по каким-то личным вопросам вы в директ написали, честно скажу, не ждите. Вот, если вы по рабочим моментам каким-то, то вы можете продублировать свое сообщение на рабочий телефон. Ребят, ну вам какая разница, как я отношусь? Это же я отношусь. Для меня неприемлемо. Не вижу смысла. Для вас, может быть, это совершенно по-другому. О, в салон они ходят раз в две недели, если мы успеваем записаться. Последний раз очень большой был перерыв в месяц. Сладкое кушаю сейчас. Проснулась, моя принцессочка. На спинке написано «Happy».
Крем невесты, уходовая косметика. Моя улыбка недорогая, у меня композитные виниры. В зеленом платье песню каре поет. Ограничить? Нет, нет, нет. Я очень хочу развития. И для меня, вот это может быть, конечно, для многих шок, и не поверите, но раз вопрос такой. Очень-очень я планировала в этом году уже уйти совершенно в другую сферу, вот, по бизнесу. Но пока вот не получается, к сожалению, с финансовой точки зрения. Но это совершенно противоположное вещам. Детей. Ну, я, наверное, взрослая, нормальная женщина. Как любая взрослая, нормальная женщина, конечно, я хочу детей. У меня родной брат по отцу. У нас покойник Келлер. Да, у меня просто ночка веселенькая была. Поэтому я на спокойной волне. Артистом нет. Композиты вы можете либо менять на новые, да, либо менять на керамику. Ну, девочки, кто не ссорился с мамами? Конечно, были серьезные. Нет, я вам не скажу, пока я не осуществлю это, поэтому спрашивать это, ну, смысла нет. Если у меня не появится МЧ, ЭКО. Можно вопрос? Вот что вам эти вопросы дают? Ну, вот эта информация, точнее, что она вам даст? Почему вы так активно следите за моими гениталиями и думаете о моей детоспособности? Нет, не сильно отпиливаются. Apple Watch есть. Мне сейчас больше всего не хватает денег. Хочу много вот здесь, да. Да не заезжайте, потом вдруг еще не развернетесь, не выйдете. Так, сейчас, секунду, мы вас водички заберем. Да ладно. Сейчас. Секундочку. Не, спасибо, спасибо. Все хорошо, не переживайте. До свидания. Ой, а можно у вас еще салфеточки заберем? Спасибо. У нас снег пошел, ребят, чтобы вы понимали. Моя рыбочка, она знает, куда уже идет, ее все трясти начинает. На улице снег. Как вам такое? Конец марта. Нам нужно одну и одну шестую таблетку. Вот это как. Ну, вот там упаковка-то сколько, одна? Вы продаете. А. Упаковки две. Вам же по-любому. Все, давайте. Хорошо. Так, давайте, единственное, надо мне тогда... сейчас просто переходим. Сколько мне по этому будет? По общей стоимости. Я просто перекину.
просто процедура. А вообще, да. Как, у нас нужно было и то, и то, но вот сейчас врач порекомендовал нам прям то. Вы не уточнили, погулять с ним надо было сначала? Не уточняла, они там просто взяли. Не спрошу, непонятно. Мы на 6 часов на УЗИ записаны. Да, на УЗИ на 6. У вас собачка Ами? Ами, да. Хорошо, присаживайтесь. Весь апрель, говорят, будет холодный. Я, наоборот, слышала, что будет очень теплый весь апрель. Дай сниму пальтишко. Ой, как её колбасит. Ну все, я ж с тобой, рыбочка моя. Ой. Я, да, карьеристка. Глупо, выйдите, не смотрите, в чем проблема. Я вам что, денег за эфир дала? Подождите. Стой, поправлю. Стой, ножку поправлю. Нет, я не оставляю тебя. Нет. Нет, нет, я сладко. Делать. Нет. Песня называется «Холли». Ничего не случилось, все хорошо. Мы пришли просто на УЗИ. Вот так, хорошо. Видите, кому-то приходит уведомление, кому-то не приходит. Я не знаю, как с этим бороться. Простите. Конечно, одинаково это было. Собачка-то. А кому вы пишете, что про рот? Просто вот я не вижу гадости. Привет, Джимой. Сидим, ждем. А, вот увидела Анастасию. Ну, вы задумайтесь, он ли был ваш, ли он может человек, если у него на вас нет времени. Ну все, не бойся. Я ночью новости видела, что в Дубае выпал этот град. Джем, мы только пришли, мы еще не были на УЗИ. И,
кроме того, что ей очень страшно. Не плакай. Да, она очень испугалась. Самое, что я спать хочу точно так же, как и Анечка. Thank you.